А мы еще, как оказалось, это какие-то местные детки. Они тут живут в поселке рядом. И они тут ловят рыбу. В общем, на сетке. А мы, короче, плывем, смотрим, глубина и такой подъемчик. Вот это для костра штучка выложена. И такие, ну, как бы прикольное место. И подходим, и тут они подплывают такие, тоже спрашивают. Я говорю, ребята, вы тут что, рыбу ловите? У нас тут сетка идет. Я такой, да не, мы, говорю, просто катаемся. Короче, вообще неожиданно. Они сразу прибежали, говорят, вы тут проплывали, а у нас там сетка стоит. И достают рыбу. Четко, вообще офигеть. Водопад. По течению сплавляемся до нужного места. Да, мы тут кому-то будем сплавляться. Можно чуть подруливать. Где-то часа два. Да, будет мало места. До нужного места часа два? Ну да. Если по течению. Небольшие порожки приходится преодолевать в сапогах. Вот так вот. А здесь уже большая вода. Осенний лес, просто круто. Мы приехали до такой скалы крутой. Обратно плыть долго. Обратно долго плыть? Да. А уже вечереет. Хотели пиццу поесть. Точнее, уже кушать хочется. Вечереет, но да. Мы сейчас что-нибудь побушкрафтим. Надо перекусить что-нибудь. Видишь, лагуна пиратская прям. Нос лодки снимай. Во, вот так. Пиратская лагуна, видишь? Как на пиратском корабле. Ты с пиратов играешь? Вот они так же заплывали. Главный пират
сходил. А самих бросал. Снимай меня, да. В пиратскую лагуну. Ну вот мы забурились в дикое место. Тут охотоугодие, кстати. И вот сразу сходу, смотрите, следы. Вот, чтобы понимать, моя рука. И вот кто-то следы какие-то. Сейчас мы сюда затащим наш пиратский корабль. Смотри, Саш, следы какие-то. Вот это прям похоже на... Или кабани. Ну, прям след кабана как будто. Реально. Да. Так, вот наша пиратская нычка. Так, ну я чуть-чуть мокрый. Я немножко мокрый. Ну скала круто, крутое место. Потом можно вот туда ездить. Везде тут гулять. Но летом тут будет вообще огонь. Летом тут вообще, наверное. Ой-ой-ой-ой. Мы недавно только это место нашли. Очень крутое. На скале довольно ветрено. Мы хотим костер. Поплывем в другое место. Сейчас немножко перекусили. Куда-то надо плыть, где костер можно развести. Сделать укрытие, да? Тут чуть-чуть поддувает ветер. Уже становится прохладно вечером. Ладно, поплыли. Вот смотри, какой поток. Сейчас будем по нему плыть. Ой, поток большой. Ускорение. Ветки, а теперь выруливание. Осторожно. Сначала боялся, а теперь понравилось. Когда сплыли в то место. Приплыли на такое крутое место. Сейчас будем бушкрафтить. У нас есть колбаска тут, хлебушек, супчики. Ну и пицца. Сейчас будем пиццу готовить. Ну и без сладкой воды не обойтись. Да, без сладкой воды никуда. Вот мы здесь, как видели, остановились. Вот здесь рядом такая штука, смотрите. Вот такую штуку сделали. Но единственное, ее сделали, смотрите, из чего. Я вообще сам как увидел. Это какое-то старое, древнее, не знаю какой век, надгробие. Его раскололи, побили и сделали вот такую штуку для костра. Я хотел сначала камень взял, горелку поставить, а потом... Тут еще все в курганах. Видимо, и здесь еще потом кого-то хоронили. И вот там, везде, вот там кусочек. Вот здесь поле из таких курганов. То есть это вот курган, вот это все из камней. Это было древнее кладбище. Вот там за горизонт везде это
То есть если их покопать, можно что-то найти. Но не будем тревожить мертвых. Чаёк. А горячий шоколад? А, горячий шоколад? Угу. Взяли с собой вот такую пиццу, и теперь не знаем, как ее приготовить, да? Да. Это надо размять тарелку, мне кажется, вот так. Прицепить на вот эту. Так вот, палка же чистая в лесу. Нет, надо сделать такую штучку. Вилку такую сделать, видишь? О, из фольги. Чик. Такая мы сделали раз. И идем жарить. Осторожно. Давай. Рядом с костром. Так, ну, в общем, пробуем. Лопатка. Надо, пока не совсем стемнело, сдувать лодку и пешком идти к машине. Наверное, километра 3-4.